Економічні підсумки року підбиваємо у великій гостьовій Нового ранку. Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, зараз виходить на скайп-зв'язок зі студією. Пане Анатолію, доброго ранку, чи добре нас чути? Добре утро, отлично. А добре, тож 2021 став роком викликів для національних економік. А як його пройшла Україна? Які можливості ми мали і які змогли реалізувати? На самом деле 2021 год — это был год восстановления мировой экономики. Он сопровождался реализацией отложенного спроса на сырьевые активы, цены на которые просто взлетели. В мире напечатано большое количество денег, что отразилось на стоимости на рынке ценных бумаг. Никогда в истории компании не стоили так дорого, превышая триллионы долларов, 2 триллиона долларов, 2,5 триллиона долларов. А рынок криптовалют тоже превратился в огромный пузырь. А кто-то считает пузырь, кто-то нет, но это фактор, с которым был связан этот год. Что касается Украины, к сожалению, мы не смогли воспользоваться этими возможностями по ряду причин. Темпы роста украинской экономики примерно в 2 раза ниже, чем прогнозы, которые давались до наступления этого года. И, ну, наверное, здесь проблема есть только в нас самих. Нас очень сильно выручили высокие цены на сырье, которые улучшили валютную выручку. У нас укрепилась национальная валюта. Это, кстати, слегка помешало экспортерам. А у нас поступления в бюджет значительно превышают базовый план, который был заложен. И можно было запустить целую цепочку реформ, в первую очередь фискальных. А тот же самый налог на выведенный капитал, который уже несколько лет обещается уже 2 президентами, он до сих пор не запущен. И в данном случае, к сожалению, мы видим прогноз, мы — это институт будущего, на следующий год, к сожалению, не самый радужный. Темпы роста украинской экономики также будут медленнее, чем темпы роста мировой экономики. Как правило, развивающиеся страны растут быстрее, а страны, в классе к которому относится Украина, показывают рост в этом году в среднем не менее 5%, мы, к сожалению, будем около 2%. Это достаточно грустный результат. Це такий результат року, де не запущений, ну, наприклад, як ви вже зазначили, податок на виведений капітал. А, власне, якщо поговорити про те, про що ми любимо розмовляти, про стратегічне управління країною. Здається, цього року вперше у нас вже бюджетна декларація і принаймні плани бюджетні розраховані не на рік, а на 3 роки. Це вже розмова про стратегію, чи це просто такий вибрик у них стався? Не, на самом деле, это очень хороший шаг, потому что любой инвестор, который заходит в юрисдикцию, он хочет понимать долгосрочные планы правительства. Украина, к сожалению, является рекордсменом в Европе по количеству смены и частоте смены нашего руководства кабинета министров. А здесь это является негативным фактором. Инвестор, который входит в юрисдикцию, он хочет видеть минимум 5 лет предсказуемой политики. И бюджетная декларация является одним из таких шагов. Вы не упомянули еще один момент, который в этом году, я считаю, знаменателем в Украине прошел. Это принятие впервые за длинную историю Украины долгосрочной экономической стратегии развития страны. А в марте этого года Шмыгаль утвердил документ, причем впервые этот документ готовился не в кулуарах, где-то в его работе принимало участие больше 20 аналитических центров, практически все бизнес-ассоциации Украины, больше 500 экспертов, и подобного качества глубины документа в Украине еще не было. Поэтому вот одна из возможностей, которая открывается, это реализация этой стратегии, но, к сожалению, государственный аппарат у нас еще не умеет работать с такими документами. При тому, що податків надійшло більше, ніж навіть заплановано, зараз все більше говорять про посилення регуляції для ФОПів, фізичних осіб-підприємців, нові якісь ще бажання прикрутити умови для бізнесу. Як це одне з одним корелює? Это очень хороший вопрос, у меня нет ответа на него, потому что, с одной стороны, если мы посмотрим на программу партии «Слуга народа» или программу президента Зеленского, там речь идет про либерализацию, про создание условий и стимулов для развития экономики. У налогов есть в классике 3 основные функции. Это фискальная, регулирующая, стимулирующая. К сожалению, в Украине закручивают только фискальную. У нас усиливается, скажем так, административная нагрузка на бизнес – это тоже один из тех факторов, который не стимулирует украинский бизнес открывать предприятия здесь. Я знаю уже, наверное, больше 10 случаев, когда мои друзья, знакомые, клиенты рассматривают для открытия следующих предприятий не Украину как юрисдикцию. И даже запуск с этого года инвестняни, программы инвестняни, поддержки бизнесу – это хороший шаг, но недостаточный, потому что страны, которые Украину окружают со всех сторон, они имеют гораздо больше возможностей. Это и свободные экономические зоны. В мире их 5000, в Украине нету ни одной. Да, у нас принимается законодательство по индустриальным паркам, но
Этого все равно недостаточно, потому что там нету тех льгот, которые дают наши страны-соседи. У меня есть друзья-клиенты, которые открыли предприятие уже в Турции, в Эмиратах. У них ноль налогов на прибыль, ноль налогов на доходы работников. У них простая процедура регистрации. Есть страны, в которых электричество стоит дешевле, чем в Украине. Есть европейские страны, которые компенсируют до 50% капитальных инвестиций, которые понес инвестор. И когда со мной советуются и спрашивают, какую юрисдикцию выбрать для того, чтобы инвестировать, у меня очень мало аргументов для того, чтобы убедить открывать компанию в Украине. Это только, наверное, патриотизм, что, в принципе, еще существует у украинского бизнеса. Но многие действительно начинают уже детально изучать другие страны. Значить, поки що бізнес в Україні не почувається вільно. Цей рік для бізнесу пройшов, ну, в такому режимі нервовому, можна так сказати, не розвивався вільно бізнес. А що говорити про внутрішніх споживачів? Як почувалися в Україні 2021 року звичайні мешканці України з економічної точки зору? Я хотел бы все-таки сделать маленький шаг назад. Вы говорили про бизнес. Есть статистика, можете посмотреть на сайте Украинского института будущего. Мы уже опубликовали прогноз на 2022 год, но, как всегда, делая прогноз на следующий год, мы делаем подведение итогов предыдущего года. И, к сожалению, инвестиции к ВВП, это, по сути, капитальные инвестиции, которые сделали украинским внешним бизнесом, неважно, внутри страны, они находятся на уровне около 10-12% к ВВП. В то время как страны, с которыми мы конкурируем, развивающиеся страны, такой показатель находится в коридоре от 25 до 35% КВП. То есть мы недоинвестированы. И отсутствие инвестиций является как раз одним из признаков того, что что-то мешает бизнесу инвестировать. То ли фискальная политика, то ли регуляторная. Это как раз болевая точка, которую необходимо изучить и поменять, подкрутить государственную политику, чтобы здесь были инвестиции. Страна, которая недоинвестирована, у нее... ухудшается, разрушается инфраструктура, она теряет конкурентные преимущества и, в принципе, ей тяжелее становится догнать глобальный рынок. А треба бігти значно швидше, щоб хоч просто залишатися на місці, як казав Льюіс Керрол. Зараз робимо коротеньку паузу, у нас випуск новин, але після цього повертаємося до розмови. Директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін з нами зараз на скайп-зв'язку. Ми повернемось до цієї розмови. Новий АВА. Економічні підсумки року продовжуємо підбивати у великій гостєвій студії «Нового ранку». Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, знову на скайп-зв'язку зі студією. Пане Анатолію, чи чути мене? Да, слышу отлично. Обіцяла запитати про звичайних українців, як жилося в Україні пересічним громадянам продовж року. Як кажуть мої знайомі, я думав чи думала, буде гірше. На самом деле это действительно так. Все могло быть и хуже. Украина, к сожалению, пошла не по лучшему сценарию своего развития, но точно не по худшему. И мы впервые видим в Украине тот уровень средней заработной платы, который есть. Понятно, он неравномерно распределен по регионам, но мы отталкиваемся от статистики. Укрепление гривни в долларовом эквиваленте повысило, скажем так, доходы граждан, но при этом не забываем инфляцию. Инфляция в этом году тоже является очень высокой, достигает 10%, что, с другой стороны, уменьшает возможности украинцев для качественных услуг и, соответственно, для того, чтобы достойно жить. Давайте от по кількох прізвищах пересічних українців пройдемося. Дивіться, ціни на метал високі, відповідно, власники металургійних підприємств. Це, зокрема, Віктор Пінчук, Рінат Ахметов, Невінський. Знайшов ти пересічних українців, так люди, я розумію. Люди точно піднялися. З іншого боку, ціни на какао підскочили, відповідно, Петру Порошенку не так класно, як тим, хто продає метал. Зерно на світових ринках, ціни високі, але, відповідно, і тут всередині України ціни зросли. Як світові тенденції можуть впливати на життя не настільки пересічних українців, як олігархи? На самом деле, это напрямую влияет на каждого українця. Ми вже з вами неоднократно в студії говорили о том, що українська економіка, якщо взяти от графік ВВП України і наложити на нього графік Commodity Price Index, це індекс, який показує ціни на сирові активи, в тому числі, які Україна експортує, то они совпадают более чем на 85%. Это говорит о том, что на экономику Украины мировые цены на сырье влияют больше, чем решения украинского правительства, к сожалению. И у нас сегодня сырьевая экономика. Мы сегодня являемся таким сырьевым додатком для крупных экономик мира. Что касается простых украинцев, к сожалению, растут цены на продукты, вы это упомянули, растут в мире. Они, соответственно, будут расти в Украине, потому что Украина является экспортером. У нас нет эффективной политики защиты национального рынка, то есть ни от внешних, ни от внутренних факторов, к сожалению. И здесь мы зависимы. Кстати, если вернуться на шаг назад, вы действительно говорили, по металлу цены выросли до
своих максимумов, они уже успели упасть, и это уже дало свое влияние на украинскую экономику. К сожалению, здесь я бы предложил, я не знаю, там, входит ли у вас план вопросов обсуждения вызовов 2022 года, но цены на металл упали вследствие политики, которая запущена в Китае. Китай начинает сокращать пузыри на своем строительном рынке и может в следующем году с вероятностью больше 30% начаться мировой финансовый кризис. И Китай к этому уже готовится сегодня, сдувает свои пузыри. Про 22-й ми точно будемо говорити, але вже там ближче до фіналу, щоб спочатку розібратися з тим, що було, що є, а потім, що плануємо чи хотілося би побачити в наступному році. Також принципово, що ми продовжуємо вивозити з країни сировину, а не готову продукцію. Це варто розуміти для того, щоб там усвідомити, а чому ми так живемо. Я скажу больше. На самом деле, мы, даже наш IT-сектор, которым мы гордимся, он тоже является сырьевым, если можно использовать этот термин. А здесь в Украине создается очень мало продуктов. Мы здесь в основном занимаемся кодингом и IT-аутсорсингом, а продукты создаются в других странах. Раз там создаются продукты, там создается добавленная стоимость, там создается налоговая база, и там экономики себя чувствуют хорошо. Наши трудовые мигранты, sorry, это тоже экспорт ресурсы. Экономики. То есть, да, человек это является экономический ресурс, который создает продукт и который потребляет продукт. То есть он дважды участвует в экономике. Если я делал несколько раз исследования по разным странам, включая Америку, очень яркий пример, европейские страны. Америка имеет очень мощную миграционную политику, и каждый мигрант, который приезжает, он получает, он имеет сбережения, которые тратит в Америке, ему нужно жить, он берет кредит, ипотеку, растет потребление, он создает продукт, делает Америку сильнее. У европейцев ровно та же самая политика. Если поляки раньше ехали в Германию, в Великобританию, сегодня украинцы едут в Польшу, и, кстати, не только в Польшу, имеют программы по, скажем так, принятию украинских трудовых мигрантов в Венгрии, и Германия, и мы посчитали, за время независимости Украины 8 миллионов украинцев уехали безвозвратно. И динамика продолжается. Такими темпами следующие 10 лет мы еще можем потерять до 5 миллионов человек трудоспособного населения, а вместе с ними экономику. То есть эти люди не будут потреблять продукт, который создается в этой стране, они не будут создавать продукты. Даже те 12 миллиардов долларов, что мы, Украина, получаем от трудовых мигрантов, которые работают за рубежом, мы посчитали, а сколько они там создают продуктов. Только вдумайтесь, 35-45 миллиардов долларов – это стоимость продукта, который создают украинцы там. Если бы здесь были созданы условия фискальные, регуляторные, рынок капитала, то продукт был бы здесь. Но продукт создается там, спрос на труд растет там, и мы уже проговорили с вами, что темпы роста украинской экономики в два раза ниже, чем прогнозы, которые в начале года все давали на Украину. Это тоже стимулирует бизнес мигрировать и мігрувати трудові ресурси наших граждан. Інвестиції вже зачіпали. Була заявлена велика угода про велику приватизацію. Мається на увазі київський завод. Але так сталося, що навіть з цим єдиним об'єктом його спочатку приватизували, а потім почали казати, та ні, це ще не повністю приватизовано і таке інше. Ну, не складається у нас з великою приватизацією. Держава у себе утримує велику кількість підприємств і власності. А це ж теж протирічить в тому числі передвиборчій програмі президента. Що з цим робити? На самом деле, ну, надо быть откровенными, программу старались реализовать, и более того, фонд госимущества под руководством Синиченко, я считаю, очень профессионально начали процесс, не все у них получилось, как они планировали, но работа была поставлена эффективно. Посмотрите на приватизацию Укрспирта, предприятие, на котором там, многие годы десятки людей получали коррупционные доходы. Сегодня, ну, это просто, ну, яркий пример того, как правильно подходить к приватизации. А здесь по роли и доли государства в экономике вы абсолютно правы. У нас банковский сектор монополизирован, по сути, государством. Сектор транспортных перевозок, Укрзалезница, государство. А больше 50% генерации электрической энергии – это Энергоатом, это государство. Добыча газа – это государство. И, в принципе, можно продолжать. Поэтому здесь, к сожалению, чтобы мы могли уменьшать долю государства в экономике, необходимо создавать базу, при которой бизнес, частный бизнес, будет иметь доступ к капиталу. К сожалению, без запуска фондового рынка это невозможно. А фондовый рынок невозможен без внутренних институциональных инвесторов, которым являются пенсионные фонды. И вот на следующий год ожидается запуск, точнее принятие закона о накопительной пенсионной системе. И наверняка можно ожидать с 2023 года запуск рынка капитала, создание ресурсов для того, чтобы бизнес более активно себя чувствовал по разгосударствлению.
В частности, если мы сегодня выставим государственные банки на продажу, то давайте будем честными, мы не найдем достойных, качественных покупателей, которые готовы за них заплатить справедливую цену. Тут включаются также риски юрисдикции. И один из главных рисков – это судебная система. А ваши слушатели, зрители могут задать себе вопрос, доверяют ли они украинской судебной системе, и в ответе на этот вопрос кроется та база, которая в том числе сдерживает инвестиции как внутренние, так и внешние в этой стране. А нет инвестиций, нет роста спроса на труд, нет конкуренции за труд, нет роста заработных плат. И мы получаем те проблемы, о которых говорим последние там годы. Зараз ми зробимо невеличку паузу, пане Анатолію, повернемося до розмови за кілька буквально хвилин. І в наступній частині якраз і поговоримо про те, а що на нас чекає у 2022 році. А слухачам я нашим нагадаю, Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, спілкується із нами. Підбиваємо підсумки 2021 року і будуємо плани на майбутнє. Так. Новий ранок. Економічні підсумки року продовжуємо підбивати у великі гості від студії «Нового ранку». Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, на скайп-зв'язку зі студією. Пане Анатолію, чи чуєте мене? Да, слышу. Тож обіцяли поговорити про те, що нас чекає у 2022-му. В уряді кажуть, все буде добре. Це я зараз так поєднала, загальну позицію висловила. Денис Шмигаль каже, у 2022-му завдяки інвестиціям ВВП України зросте до 5%. Я так розумію, від вас ми почули, що з інвестиціями в Україні все складно, і 5% ВВП, ну, таке, росту хотілося б більшого. Як із цим жити? На самом деле я рад, что премьер-министр Украины имеет там правильную амбицию. Он действительно, как лидер исполнительной ветки власти, должен задавать тон и ставить высокую планку всем, кто работает в госаппарате. Я же могу отталкиваться от того, что Украина, к сожалению, не самостоятельно принимает решения. То есть у нас есть внешние факторы, которые, к сожалению, будут оказывать влияние на украинскую экономику в 2022 году. Що це за фактори, будь ласка, поясніть нам. Это, конечно, сырьевые рынки, от которых Украина зависима. Это рынок энергетики. К сожалению, цены на энергоносители сегодня находятся на пиковых значениях, а энергия это является базовой частью структуры себестоимости любой продукции, которая производится в Украине или в любой другой стране. У нас не заканчивается ковид. Ковид как вызов сохраняется в перечне вызовов на 2022 год. И локдауны, нарушение цепочек поставок, промышленная инфляция никуда не деваются, и они останутся. Вероятность коррекции на финансовых рынках в 2022 году также достаточно высока. Федеральная резервная система уже тоже начала потихонечку смягчать или как уменьшать поддержку финансовым рынкам, прекратит к середине следующего года покупать облигации, что уменьшит предложение денежной массы, и уже это дает сегодня влияние на коррекцию на финансовых рынках. То есть Китай начинает сокращать пузыри, федеральная резервная система начинает сокращать пузыри, и мировые центробанки начинают готовиться к просадке и коррекции. К сожалению, Украина является, повторюсь, страной не самостоятельно, не самодостаточной. Нам, чтобы занимать, выходить на рынок капитала, нужно учитывать эти факторы. Деньги станут дороже, инфляция высокая, к сожалению, тоже пока никуда не уйдет, и это отразится на стоимости заимствования как для украинского бизнеса, так и для граждан. Украинский бюджет действительно себя включает группу программ по стимулированию экономики, это продолжение инфраструктурных проектов, это, наконец-то, проект железной дороги, которая является, по сути, системообразующей компанией Украины, от действий которого зависит каждый сектор украинской экономики. Это программа энергомодернизации жилья. Мы считали несколько лет назад, что энергомодернизация, правильно проведена, может сократить энергопотери от 20 до 40% в зависимости от дома, который там утепляется, в котором проводятся работы. А также, если взять субсидии, которые мы заплатили за 4-5 лет, вот просто раздали обогрев в воздух, этого было бы достаточно, чтобы весь жилой фонд Украины утеплить и снизить потери. Поэтому, повторюсь, факторов, которые негативно влияют на нас с внешней стороны, их достаточно много. Но по поводу инвестиций возвращаемся. В Украине, к сожалению, рынка капитала нет. За один год он не появится. Для запуска рынка капитала нужен внутренний инвестор, которым, как правило, являются пенсионные фонды. По опыту тоже Польши, а пенсионные фонды были главными инвесторами на рынке капитала, и через них рынок получил больше 70 миллиардов долларов, которые позволили полякам построить крупные компании, свой национальный сильный бизнес. И этот процесс нам тоже нужно развивать. Ну и судебная система, к сожалению, за один год вряд ли мы ее реформируем. Недоверие к юрисдикции будет сохранять ощущение рисков внутренних и внешних инвесторов.
Ви в своєму звіті, точніше, в своєму прогнозі на 22-й, ви ж підбиваєте також підсумки, я зараз перед собою маю документ на сайті Українського інституту майбутнього, і ви охарактеризували ситуацію в Україні в 21-му як керована дестабілізація, і навіть пишете, що така керована дестабілізація може бути продовжена. Поясніть простішими словами, що це означатиме для звичайних людей. Що все буде непередбачувано? Тут я би поднял планочку несколько выше. Мы об этом говорим уже, наверное, третий или четвертый год. Мир постепенно сваливается в неопределенность или в хаос. События происходят с чудовищной скоростью. Причем технологизация, вирусы, катаклизмы – это то, что будет происходить чем дальше, тем чаще. И, скажем так, в хаотической природе нам придется жить. Есть плюс. Украинцы – это нация, которая последние 400 лет выживает в системе хаоса. У нас постоянно войны, меняются границы, меняются правители, и мы выживаем. Украинцев главная там, сильная черта – умение выживать в любой сложной ситуации. И мир от этого будет страдать, а мы, соответственно, можем и должны использовать свои сильные стороны для того, чтобы эффективно использовать те вызовы, с которыми сталкиваемся, для того, чтобы превратить их в возможности. Я, кстати, напоминаю, по-китайски кризис состоит из двух иероглифов, где первый иероглиф – это опасность, а второй – возможность. Поэтому мы, как украинцы, должны пользоваться максимально возможностями. Которых, кстати, достаточно много. Тоді давайте про можливості 2022 року зараз поговоримо. Які з них матимуть українці і зможуть їх вповні реалізувати? Ну, от уже Державний департамент, наприклад, цитує, що одна з найкращих світових практик у прозорості держави – це система Прозорро українська і Дозорро. Тобто все. Тут нас визнали як людей, які здатні зробити продукт, який зекономив там мільярди гривень. От на що сконцентруватися, на вашу думку, треба в Україні, щоб потрапити не лише у вигляді Прозорро до якихось престижних згадок, а ще й в чомусь іншому. Ну, я озвучую подходы как инвестбанкир. То, что беспокоит, вот знаете, вот самое главное, там, более с таким менее важным. А первое основное – это система правил. Если мы с вами живем в обществе, в сообществе, в государстве, то единая система правосудия для всех является базовым условием, чтобы мы могли с вами эффективно делать сделки, доверяя друг другу и понимая, что есть арбитр, который нас рассудит, а что нету рейдерства, нету китков, нету каких-то скрытых интересов. Это вот первая задача, которой нужно посвятить следующий год. А второе, на самом деле мы уже не успеваем, но тот же самый налог на выведенный капитал – это стимулирующий фактор. У налогов есть три функции, стимулирующие в Украине, к сожалению, не работают. А такие налоги, как на выведенный капитал, по опыту Эстонии, привели ее в топовые позиции по простоте уплаты налогов и качеству, ну, по сути, налоговой юрисдикции, доказав эффективность. А они в среднем получают, если в сравнении к ВВП, больше инвестиций, чем соседние страны, зарплата выше, чем в соседних странах. Это тот фактор, который создает качественная фискальная политика. К сожалению, бюджет уже принят, в нем возможности для НВК на следующий год отсутствуют, соответственно, их нужно закладывать уже там на 23-й год, но мы должны это подготовить и нужно сделать. И, кстати, озвучу еще одну возможность, она скорее там где-то года для 24-25. Мы провели исследование по налогу на добавленную стоимость и будем активно предлагать заменить НДС на налог с розничных конечных продаж, то есть в сегменте B2B. То есть что происходит? У нас идет огромное отвлечение капитала у бизнеса. Если бизнес берет кредит под 15-20%, государство задержит у себя НДС до 60-90 дней, то есть бесплатно пользуется ресурсом. А самая большая проблема украинского бизнеса – это отсутствие ресурса. Третья возможность, или как четвертая, которую можно в следующем году реализовать, они заложены в бюджете, я считаю, они хорошие и правильные. Это ипотека, стимулирование спроса. У нас есть большой отложенный нереализованный спрос на жилье украинцев, и по опыту, опять-таки, крупных западных стран, они преодолевали кризисные процессы через инфраструктурные проекты. Это не только дороги, это и мосты, естественно, и железная дорога, но еще и жилое строительство, которое насосно. Але це також і житло, але тут, на жаль, наш час розмови дійсно скінчився. Анатолій Амалін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, спілкувався із нами і підбивали економічні підсумки року для України. Трохи говорили про світ. Що ж, на цьому новий ранок на Радіо НВ на сьогодні закінчено. Пам'ятайте, до кінця року лишилося 18 днів, а от завтра ми з вами тут з 7 до 10. До побачення. Новий. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.